Усё, што адбывалася, усё, што адбываецца, як-небудзь называлася, як-небудзь называецца. Усё, што адбывалася, усё, што адбываецца, як-небудзь называлася, як-небудзь называецца. А скура рэчаіснасці, усыпаная назвамі, нібы пакрытая звамі, паспытамі празрыстасці. А скура рэчаіснасці, усыпаная назвамі, нібы пакрытая звамі, паспытамі празрыстасці. Ніколі не адмыемся ад вычварнай каросты, бо ўсе мы развучыліся глядзець на рэчы проста. Ніколі не адмыемся ад вычварнай каросты, бо ўсе мы развучыліся глядзець на рэчы проста. Нічога не зачыніцца, пакуль планета круціцца. Калі планета спыніцца, нічога не адбудзецца. Нічога не зачыніцца, пакуль планета круціцца. Калі планета спыніцца, нічога не адбудзецца. Добрый вечер, поважаные глядачы. У нас сёння ў студыі адбудзецца цёплая вясновая сустрэча с маладымі таленавітымі людзьмі, якія маюць шмат ідэй і шмат намеру іх рэалізаваць і зрабіць нашым сённяшнім днём. Добрый вечер, Іван. Добрый вечер, Юля. Рады цябе бачыць. І добрый вечер усім тым, хто зараз нас глядзіць. Я прапаную пачаць з навін, тое, пра што пісалі ў інтэрнэце. Давай, якім сённяшні дзень быў? Як паведамляе Вітвестібай, майстар-класы па беларускім танцам правядуць у віцебскім раёне. Вечар беларускіх танцаў арганізуе віцебскі раённы цэнтр культуры і творчасці разам з суполкай аматараў беларускага фальклору «Жывая спадчына». 25 сакавіка у Тулава пройдуць спецыяльныя гэтыя майстар-класы з жадаючых навучаць танчыць месяц, яблыка, суботу, вераб'я і іншыя народныя беларускія танцы. Дарэчы, Іван, ты памятаеш, што танец месяц, калі я не памыляюся, мы з табою тут у студыі разам. А ты не памыляешся. І ў нас так лёгка атрымалася. Я думаю, што кожны можа паўдзельнічаць і атрымаць асалоду ад беларускіх танцаў. Можна зайсці ў YouTube і паглядзець. Студэнтка ВДУ імя Машэрава Марыя Салаўёва перамагла ў рэгіянальным міжвузаўскім конкурсе «Каралева вясна». Тут былі і інтэлектуальныя, творчыя выступы, дэфіле ў купальніках і відэавізіткі. Адна з удзельніц, напрыклад, чытала рэп на беларускай мове. У адным з нумароў абыгралі стэрэатып аб конкурсах прыгажосці, дзе дзяўчынкі фантазіравалі, якім чынам можна сапсаваць нарад ці выступ сваім саперніцам. Ну, вось неяк так творчы падыходзіць. Незвычайны конкурс. Падыходзіць да таго, што называецца «Каралева вясна». У Полацку абвесцілі літаратурны інтэрнэт-конкурс «Цэнтр Еўропы». Гэта будзе нейкі такі міжнародны фестываль, чык невялікі. Ён пройдзе ўжо ў другі раз, каб выявіць таленавітых пісьменнікаў. І галоўнае, каб прыняць удзел, гэта быць старэйшым за 18 год. Пісаць можна на беларускай або рускай мовах, а першы этап будзе да 31 мая. Вось можна паўдзельнічаць, нешта напісаць. Ты ніколі не пісала нічога вось у школьныя гады, потым ва ўніверсітэце. Ну, у школьныя гады мы ўсе пісалі сачыненні. Сачыненні, так. І розныя іншыя рэчы. А каб зборнічак вершаў я даслаць на конкурс, не? Няма такога? Ну, я думаю, што я не змагла б паўдзельнічаць у гэтым конкурсе, але нашы глядачы, якія маюць такі талент, якія не могуць не пісаць і ствараюць нейкі празаічныя ці паэтычныя творы, могуць паўдзельнічаць. Дарэчы, Іван, што для гэтага трэба? Трэба зайсці ў інтэрнэт, адаслаць нейкі свой твор, і ўсё, і чакаць, што адкажа журы. Я нават прапаную перайсці да наступнай навіны, таму што яна прыйшла з Амерыцы, і там хлопчык зняў на відэа прагноз надвор'я і стаў зоркай Ютуба.
клічуць гэтага хлопчыка Карден. Зняць ролік гэта было яго хатняе заданне, якое ён атрымаў у дзіцячым садку. Па задумцы ён з дапамогай кнопкі змяняе кліматычныя зоны. Ну а выканаць творчую працу яму дапамог бацька. Менш чым за суткі ролік з юным метэаролагам набраў каля 800 тысяч праглядаў. Ну і нават дзіця змог. Вось, чым горш тыя, хто зараз нас глядзіць. Я вось пра гэта думаю. Калі можа гэта зрабіць хлопчык, чаму правесці прагноз пагоды не могуць нашыя тэлегледачы? Я ведаю, Іван, што ты зараз вядзеш да таго конкурс кастынгу, які аб'явіла наша так. Тэлекампанія. Так, любы з вас, паважаныя гледачы, можа на нейкі час стаць на маё месца, ці на месца Івана, ці на месца кагосьці з вядучых нашых праграм на тэлеканале Віцебск. Для гэтага вам трэба зайсці на наш сайт. vtv.by. Трэба запоўніць анкету, подпісацца на наш Instagram TV Віцебск і 9 красавіка прыйсці на здымку нашай новай рубрыкі, якая так і называецца кастынг. Ось, і можліва, увогуле вы станеце нашым калегам. Здаецца мне, што нашы сённяшнія госці ўжо зацікавіліся. Вось чамусьці мне так здаецца. Ну, магчыма, зараз мы іх спытаемся, таму што у нас у гасцях будуць людзі, якія могуць не толькі, я думаю, што ролік зняць, а зрабіць самыя неверагодныя рэчы, якія зацікавяць не толькі знаёмых сяброў, але і ўвесь горад Віцебск. Некалькі гадоў таму у нас была такая пляцоўка, калі памятаеш, Іван, завітвалі да нас такія госці, якія распавядалі пра творчы шацвер і пра розныя праекты, якія моладзь прыдумвала, прапаноўвала установам розным і дзяржаўным установам і пасля іх рэалізоўвала, і былі праведзены розныя святы, розныя выставы. Пра гэта ўсё мы сёння раскажам, таму што творчы чацвер адраджаецца. Так, прайшла такая інфармацыя ў сеціве, творчы чацвер 2.0. Вяртаецца ў Віцебск, і калі вы, паважаныя гледачы, лічыце, што ў Віцебску няма куды схадзіць, няма чаго рабіць, ці магчыма у вас ёсць ідэі, што можна было б стварыць у нашым горадзе, ці магчыма вам проста падабаецца сачыць за тым, як таленавітыя людзі такія ідэі рэалізуюць, то ў любым з гэтых варыянтаў вам будзе сёння цікава. Заставайцеся з намі, гэта вячэрні Віцебск, мы пачынаем. Сёння разам з намі ў тэлекавярні вячэрніе Віцебск той самы чалавек, якому не сядзіцца на месцы, які збірае творчых таленавітых маладых людзей, знаёміць іх з установамі дзяржаўнымі, прыдумвае, як рэалізаваць іхнія ідэі. Гэта Владзімір Булаўскі. І разам з намі адзін з удзельнікаў праекта «Творчы чацвер» Станіслаў Сілка. Таксама прадстаў Владзімір Булаўскі, каардынатар кампаніі «Будзьма беларусамі» і сацыяльна-культурнай установы «Віцебск для мяне». Вось. Добрый вечер. Привет. Ну, давайте подтвердим, вертается творчий четвер, версия 2.0 в Витебск? Да, конечно, уже вернулся. Уже вернулся. Правда, треба означить, что крышку мы это все переименовали, бо формат остался той же самый. Нагадаю, что 2 года тому мы проводили такие встречи, экспресс-презентации на музычной гостевне. Кожны чацвер сустракаліся з 5 до 6 і прапаноўвалі установам дзяржаўнай культуры, адукацыі, пазнаёміцца з моладзевымі, грамадска-значнымі праектамі. Фармат вельмі просты, і мы яго вырашылі аднавіць. Асабліва прычына стала тым, што у нас адбыўся чарговы выпуск менеджэраў культуры ад Віцебск ФМІ пад назвай «Віцебскі арнамент» праходзіў паўгады. Вось. І ў такім фармаце творчага чацвера нашы выпускнікі, яны прэзентоўваюць свае праекты, але гэта не азначае, што іншыя людзі не могуць да гэтага далучыцца, і мы заўсёды кажам на кожнай прэзентацыі, што калі ў вас ёсць нейкая ідэя, нейкая ініцыятыва, і вы, можа, да канца не разумееце, якім чынам гэта можна зрабіць, але ёсць жаданне, вы можаце прыйсці на творчы чацвер, паглядзець, як гэта ўсё адбываецца, і прэзентаваць сваю ідэю там, літаральна на наступны тыдзень. А вось я хацела спытаць у Стасі, як было ў вас? Вы прыйшлі, каб стаць менеджэрам культурным, ці проста далучыліся, каб рэалізаваць сваю ідэю, свой праект? Я прыйшоў, напэўна, па другой прычыне, як сказалі. Я прыйшоў, каб далучыцца і рэалізаваць свой праект. Вучыцца я ўжо, напэўна, трошку нешта ўмеў. Вось.
І убачив таку магчимість, значить, на той момент було актуальне питання сядіби ботаніка Владимира Адама у Великих Льоцах. Вона знаходилася у таким досить сумному стані. І узникла ідея, значить, посприяти її відновленню, яким чином оживити її. І при підтримці дитячого дому, який знаходиться у Великих Льоцах, ми вирішили притягнути молодь з Вітебська, з Полоцька, в принципі, усіх ахвотних, то бок реклама була дуже широка, притягнути людей у гэтай льоці приїхати і поудзельничати своїми ручками. Перший раз ми прибрали смецце, мол, кажучи, вырезали хмызняк вакол садзібы, то бок уже більш-менш пристойно она стала виглядати. Гэта цікаво. Для того, каб більш так зацікавіць молодь минуту на поїздку в гэтай льоці, то бок не кожен захоче поїхати просто поприбирати смецце. Був злажений концерт, екскурсія від віцебського краєзнавця Миколи Півовара. І люди досить активно поїхали. В принципі, я сумніваюся, що вони їхали тільки для концерту, їм справді хотілося поудзельничати так само у добрій справі. Ось два роки ми прибирали гэтую сядзібу. Ось два рази був гэта адамовський фест, коли ми конкретно прибирали. На третій раз уже воно було прибрано. А що ви там робили на третій раз? На третій раз ми вже не прибирали. На той час уже, може бути, дякуючи у тим ліку і нашій діяльності, знайшовся господар. Господар, який захотів викупити гэтый дом. Саправді цікавий, а місціна вельми цікавий. Він викупив його і зараз, наколькі я ведаю, займається вже реконструкцією його і ремонтом. Я потлумачу, що на той момент Стась був студентом. Так, на той момент я був студентом гістфака Віцебського державного університету. А зараз? Зараз я старший науковий супрацовник музею традиційного ручного ткацтва по Азір'ї у Полоцьку. Ось. Скажіть, а у Полоцьку є такі активності, такі ініціативи, як ось Володимир робить по Віцебську? Такого конкретного формату немає, але нельзя сказати, що немає активних і творчих людей у Полоцьку. Це було б абсолютно несправедливим, так? Людей вельми шмат і займаються не абсолютно різними речами. Це і театр, і некі такі мовні курси, і архітектори, дизайнери, які для мене ввогулі загадка. У космосі вітаюсь. Так, я на своїм дизайнерському космосі роблять вельми цікаві речі у активній супраці з городом. Вони роблять вельми пригоже і таким чином знову ж створюють некий такий позитивний образ Полоцька. Не тільки як старожитного города, а ще города, у якому відбуваються такі модернові мастацькі акти. Ну, значить, такої громадської культурної активності ви засталіся. Гляді, просто є така річ, як комунікація, і це наше все у 21 столітті. І для того, щоб поспробувати реально поуповувати на некі позитивні керунки розвиття города, вёски, району, ці усього регіону, треба це робити разом. Треба налаживать этой горизонтальной коммуникации, бо, скажем, у тем же Полоцку и Новополоцку, на вот мясцовые не завсёды отрознивают эти два города. Існують некілька таких центрів культурницьких, там тусовок неяких, або вже організованих, там, як, наприклад, там центр урбаністики і дизайну при факультеті архітектури в Новополоцьку. Ось, але вони поміж собою комунікують у ліпшому випадку у неякому неформальному середку, коли пересікаються на неяких імпрезах, концертах. Ось, і немає ніякого такого стратегічного розуміння, яким чином мусить розвиватися регіон. Менавіто у тих людей, які бачать під іншим ракурсом. Бо натурально ж є там ніякі плани, там відділу культури, там у інших там відділу. Ось, але молодь, вона ж завсёди може думати по-іншому. Вона в принципі думає по-іншому, вона завсёди бачить гэта з іншого ракурсу. Ось, і вельмі важна налажувати гэтай комунікації і просто розмовляти. Ну, у нас така у Віцебську спроба була, так, і що отрималося з того? У Віцебську ми почали гэтым займацца ще у 2012 годзе. Грамадская культурніцкая кампанія «Будзьма беларусамі» ініціявала не толькі у Віцебську, а па ўсёй Беларусі стварэнне таких комунікаційних пляцовак, дзякуючы двум форматам. Гэта офлайн ток-шоу, така адкрытая дыскусія на некія актуальныя тэмы. Дзе збіраюцца жыхары горада, запрашаюцца грамадскія актывісты. І абмяркоўваць, што можна было б зрабіць для... Ну, скажам, не абмяркоўваць. Для таго, каб абмяркоўваць, што зрабіць, трэба зразумець, на якім месцы мы знаходзімся. І наступным крокам пасля гэтых абмеркаванняў была канкрэтная рэалізацыя праектаў у фармаці кірмашу праектаў. І вось ўжо пяты
раз у гэтым годзе на гарадскім узроўні супольна Вузьма беларусамі і аддзел культуры гарвыканкама будуць праводзіць гарадскі кірмаш праектаў. Хвілінка рэклам 17 траўня. Вось якраз адбудзецца фінальная прэзентацыя, зараз ідзе набор праектаў. І гэты фармат за 6 год вось і ток-шоу, і кірмаша праектаў, ён настолькі стаў такім рухавіком актыўнасці па ўсёй Беларусі, што мы зразумелі, што трэба выходзіць з вялікіх гарадоў, сказаць, глыбей паглыбляцца, да? І якраз А тут ёсць Стас, які ўжо ўдзельнічаў і ведае, як гэта працуе. Свой чалавек глыбей паглыбляцца. Вось, якраз мы плануем у супрацы з полацкімі і новапалацкімі актывістамі правядзенне такіх імпрэз у Полацку якраз, бо для нас гэта такі вельмі важны момант, што Новапалацку і так шмат чаго адбываецца, скажам так, у сярод моладзевых нейкіх рухаў, а Полацка то ўсё-такі такі старажытны цэнтр і вельмі важна прыцягваць увагу туды. Вось вы мяне зараз можаце паправіць. Мне заўсёды казалася, што вось люды, усе гэтыя актывісты, гэта адні і тыя ж, якім цікава ўсё. Калі з'яўляецца нейкі рух, яны увязваюцца ў гэта. Калі з'яўляецца нешта новае, гэта адна і тая ж нейкая творчая людзі, якім цікава. Творчая суполка такая, якая вось абірае для сябе новы праект. Так, я магу адказаць. Калі ласка, адкажыце. Ці ёсць новыя, ці з'яўляюцца новыя твары сярод? Сапраўды, значыць, так. Вось можна лічыць так, што сапраўды ёсць нейкая група людзей, якія могуць рабіць быццам бы ўсё. Але зараз такі час, што, ну вось, не пойдзе людзям, калі вы зробіце неякасна. І калі вы хочаце нешта рабіць, то трэба рабіцца спецыялістам у гэтай галіне. І, напрыклад, я не магу займацца дызайнам і архітэктурай, таму што я не ўмею. Гэта так, я не вучыўся, у мяне галава крышку па-іншаму працуе, у мяне вочы па-іншаму бачаць. Натуральна, што я туды не сунуся ў архітэктуру і дызайн. Але я магу ім дапамагчы чымсьці іншым. Я магу зладзіць які-небудзь канцэрт, калі ім трэба на іх мерапрыемстве, так, магу дапамагчы нейкімі так кантактамі з нейкімі цікавымі людзьмі, там з гісторыкамі, з мастацтвазнаўцамі, таму што гэта таксама важна ім будзе для дызайна, там для архітэктуры тож, калі ўжо так спыніцца. З іншага боку, архітэктар не можа займацца народнымі танцамі, якімі вы тут займаецеся ў студыі, так, сваёй. Такое бывае, так. Бачылі вы гэтае відэа, так? Не, не стану хлусіць. Але цяпер паглядзім. Так, цяпер абавязкова, канешне, пагляджу. Значыць, архітэктар не можа займацца народнымі танцамі, фальклорнымі спевамі, таму што ў іх таксама няма вось гэтых ведаў. Таму нельга казаць, што усімі гэтымі накірункамі дзейнасці займаюцца адны і тыя ж людзі. Гэта розныя людзі, якія могуць у нейкіх момантах недзе перасякацца, дапамагаць адзін аднаму. Проста ёсць такі від актывіста, як камунікатар, да? І, напрыклад, які звязвае розных. Так, напрыклад, там у віцебскай ФАМІ, і я як прадстаўнік кампаніі «Бузьма беларусамі», я выконваю ролю гэтага камунікатара, і камунікатар звычайна самая публічная асоба, таму там складваецца такое ўражанне, што адны тыя ж людзі, насамрэч гэта не так. А наконт руху, вось я хацеў заўважыць, што сэнс жа не ў тым, каб аб'яднаць усіх там нейкую супольнасць ці там згладзіць нейкую арганізацыю. Сэнс у тым, каб людзі паміж сабой сустракаліся і размаўлялі і знаходзілі кропкі прыцягнення, бо падаецца, што ты ведаеш усіх. Але насамрэч, калі ў адным месцы збіраюцца людзі, нават знаёмыя, аказваецца, што ага, а тут можна вось так зрабіць, а тут дызайнер, каторы мне зробіць афішу, а тут вот прадстаўнік мясцовай газеты ці тэлебачання, ці яшчэ нечага. І пад канкрэтную ініцыятыву ўжо знаходзяцца ўсе, скажам, людзі, каторыя будуць яе рабіць і будуць дапамагаць распаўсюджваць інфармацыю. Давайце патлумачым, больш канкрэтна назавём так праект. Мы сказалі пра Адамаўскі фэст, які быў у Лёсцах, дзе прывялі ў такі прыглядны выгляд гэты будынак, і зараз ён не прападзе. Якія яшчэ былі праекты, і што рэальна было зроблена такое, што зачапіла жыхароў Віцебска, што засталося ў памяці, і што працягвае яшчэ працаваць і жыць далей? Гэта быў 2016 год. Вот у нас быў такі там выпуск па выніках творчага чацвера 16 году. Вось, і тут мы зрабілі 16 прэзентацый і рэалізавалі 15 праектаў за паўгады. Ну, просто вот пагартаецца. І Магдэбургскі Віцебск,
два гады святкавалі мы сёння, на жаль, не рабілі, свята... да. Прысвечаны выданню віцебскаму магдэбургскаму права. Рабілі курсы англійскай мовы для супрацоўнікаў дзяржаўных установ культуры і адукацыі, таму што ну там больш накіравана было там на прафесійную лексіку для музейшчыкаў там ці экскурсаводаў. Вось, это было. Ну ёсць такая бесплатна. Праблема ў Беларусі, так, будзем я так. Ёсць так казаць, што гэта вельмі важна. Вот у Витебском районе было доброе свято для детей, которые проводят супольно с Червоным крыжом в YMCA. Фотовыстава Средняя Азия, наш выдатный фотограф Витебский Миша Титов аутоспином объездил помалю весь континент, и он робил такой эдукационный проект, и расповедал, не просто выставу зробил, как он съездил в Кыргызстан и Казахстан, а он расповел, это больше такой этнографичный проект был, он расповел про людей, про побыт, про традиции, и эта фотовыстава потом ездил по Витебском районе, и были такие лекции, экскурсии для деток со школы. Гэта вельмі важна, каб паказваць, што ні адной Беларусі мы жывем. Яшчэ вялікі свет ёсць, так. Арт-алфавіт Тома Пракоф'ева, который дагэтуль на Толстога 7 вісіць, гэта унікальны момант, таму што пасля таго, як мы распіарылі стварэнне арт-алфавіту, Тому запрасілі в Казахстан, і яна зрабіла арт-алфавіт для Казахстана ўсяго. То есть гэта была дзяржаўная замова з Мінкульта, гэта было вельмі сур'ёзна. Была серыя лекцый «Ликбез о равенстве», па, былі лекторамі, выступалі людзі з інваліднасцю, альбо сляпы, альбо калясачнікі, каторы распавядалі, якім чынам з імі камунікаваць, якім чынам, якія праблемы ў іх ёсць у сённяшнім грамадстве, у некіх побытавых рэчаў, і гэта вельмі важна. Такі сацыяльны праект ўжо, гэта ўжо... Наука вне сябя. Это увогуле зараз бренд у Витебску, серія таких навукова-популярных лекцій, на которые зараз ходять сотні і сотні людей, причым гэта вельмі цікава і вельмі приходзіла до нас Євгенія, розповідала. Так, ну, наприклад, да, што калі нехто з нашых глядачоў не ведае, давайте патлумачым, што гэта значыць наука вне сябя, што вы можаце патрапіць на лекцію, да, унікальнага спецыяліста, правільна? Ну, які распавядзе, напрыклад, пра што? Мне за шпаргалка просто. Ну, давай. У віцебскай серіі «Наука вне сябя» прайшлі лекцыі «Механізмы памяці», «Зорнае неба над намі», прыязджаў, я так разумею, Тимофей Авілін, гэта адзін у Беларусі сур'ёзны этна-астраном, который выпускает книги и супрацовник Академии наук, который доследует именно такие историчные и национальный характер астрономии. Глядеть на небо в очима наших предков. Так, так, так. «Самая незвычайная речь на Земле» была лекция. «День под микроскопом», «Антарктида» и «Азон». Это не гуманитарного характера, потому что мы можем со Стасем сами организовать лекцию по истории Витебского Павловского района, умовно кажучи. Але гэта можна прачытаць у Вікіпедыі, умоўна кажучы. І вот такія вот рэчы, которые паказваюць, што навука, да, там тэхнічная, альбо каля тэхнічная, гэта не проста некая сур'ёзная рэч, которую там сядзяць людзі пад мікраскопам. Не для кожнага можна. А гэта абсалютна даступная штука. І вот я магу сказаць, што ў хуткім часе ў Віцебску будзе адзіны дзень навукі вне сябя, і будзе серыя такіх адукацыйных мерапрыемстваў па ўсім горадзе. Вось. Давай далей. У Витебску... Я выбачаюся, вельмі спадзяемся падобны курс запусціць у Павловскам, таму што гэта сапраўды важная тэма, як Влад сказаў, што такія сур'ёзныя тэмы могуць раскрывацца простай мовай і зразумелымі людзям зробіцца некаторыя нюансы нашае жыцця. Гэта важна. А яшчэ быў вельмі цікавы момант, што большасць лектараў гэта былі людзі, которые жывуць у Витебску. То есть гэта не нейкія там зоркі, навукі з замежжа, а гэта нашы віцебскія простыя людзі. Рушым далей. Стрыт-арт з Малевічам, да, графіці з Малевічам, который знаходзіцца зараз за музеем Віцебскай народнай мастацкай вучэльні, который адкрылася зусім недавно. З кожным можа прыйсці і пабачыць, гэта адзін з тых праектаў, который адбыўся дзякуючы Віцебскаму міні творчаму чацверу. Фотопроект «Один день в Витебску», 20 фотографов фотографовало разные районы Витебска, и потом отбывалась выстава, каким чином город выглядит, причем это не только был центр, але и там ДСК, Сибихи, Билево и так далее. Самые разные районы. Так. К
книжка выдатная вышла Миколы Пивовара, которая под час выхода уже поспела состареть. 50 музеев Витебска. Была презентована, была оказана дизайнерская допомога и был запущен краудфандинг-проект. На эту книгу весь Витебск забирал гроши, и по вынику всех, кто охвировал на там значную сумму, отримал эту книжку в подарунок. У меня их дома две лежат. Владимир, давайте, у нас не так шмат часу, розповідаємо ще про те, що буде зараз, те, до чого зараз наші глядачі можуть долучитися, поудільничати, що їм для цього треба, куди йти, куди звертатися, що пропонувати. Все просто. Значить, творчий часвер, формат творчого часвера під кодовою назвою «Вітівський орнамент» протягується. Ближайші зустрічі будуть 29 соковіка і 5 красовіка. Музичная гостевня с 17 до 18. Уже были презентованы 5 проектов, 7 проектов. Сярод из каких сфер проекты? Это культура, это еще нечто? Абсолютно разные. И в этом году у нас очень шмат социально значных проектов. Например, есть такой клубный дом «Крылья надеи», который работает с психично хворыми людьми, работает над астигматизацией этих людей, введение как бы их в обычное жизнь. И вот мы им будем помогать сделать один из их проектов. Учора был презентован проект для «Золотого взросту» нашей чудовной организации, которая объединяла пенсионеров, которым не сидится дома. И мы будем помогать им делать такую фотовыставу с поспеховыми их житевыми историями, как бы свернуть увагу на проблему эйджизма, да, там дискриминации по возрастовым признакам, которые у нас есть, на жаль, бо у нас лечит, что когда человек вышел на пенсию, это уже все, то есть там уже треба саван шить и нечто такое. А на самом деле это такие... Житё только начинается, да, такие... на самом деле. И вот на золотый возраст, когда побачишь, поглядишь на них, они просто ну, невероятную колькость наведывают подей, там, и ходят там, на все наши импрезы, и удельничают там у наших инициативах, и это вельми классно. А давайте патлумачым, з якімі прапановамі не трэба прыходзіць. Ну вось, што вы будзеце адмаўляць адразу? Вось, напрыклад, будзе ў мяне дзень народзінаў, хачу, каб вы дапамаглі з арганізацыяй. Не? А это звертайтесь до наших концертных агенций, если у вас смотрликих и букинг агенций, мы вам допоможем на коммерцийной основе. Но это не коммерцийные мероприемства, это мероприемства не политического характера, накированные на некие тоталитарные там, идеи. Вот. То есть это, звичайно, адукационные, культурницко социальные значные импрезы. Ну да, я повторюсь, не коммерцийного характера, потому что это очень важно, никто на этом не зарабатывает. Мы просто спробуем аккумулировать те силы и мощности, которые есть у Витебска, для реализации конкретного проекта. А каких проектов не хватает? Что хотелось бы побачить? Устойливых. Те, которые провелись не один год, два года, а те проекты, которые будут працевать, знову-таки, не раз на год, подейное нечто, а то, что будет накировано на протягу некое день. Бо... Ну, как вот, например, наука вне себя. Так, потому мы працуем с молодью, и молодь, она сегодня учится, завтра працует, послезавтра съезжает. Ну, мы когда-нибудь покажем правительство. И протягивает працевать далее уже в своем регионе. Мы же зараз покуль правитель, скажем. Вот. И, ну, не хапая такой стабильности у тым, как отчували отказы за то, что они делают, особенно это молодые люди, бо вельми шмат таких идей, вот давайте сделаем это, зробили, а далее что? А далее уже протягу никакого нема, хотя это вельми важно постоянно и постоянно протягивать, развивать свою инициативу. А куда звертаться, кроме музычной гостевни, махшима, есть некие координаты, когда некто из наших зашел, зараз зрозумел, что треба прийти до вас, есть классная идея, я хочу, как мне допомогли, и сделаем нечто цікавое для города. Все просто, когда брать именно в Витебск, то есть Витебск ФОМИ, есть наш сайт и сторонки в социальных сетках, там есть все наши контакты, абсолютно спокойно можно звертаться. Когда мы глядим ширей на всю Витебскую область, то это «Будьмы белорусами», вот наш просто имейл «Разом собака будьмы.бай». Вот, мы принимаем все пропановы и у нечем навык консультуем, каким чином ее развить. Вот, власне кажучи, вот, у Полоцку 27 соковика отбудется первое ток-шоу «Городские активности Нава и Полоцку». Вот, и одразу... Что планируется там? Ох, это будет... Мы попробуем собраться.
паспрабуем вось усе гэта разнастайныя, якбы знаёмыя, але не супрацоўнічаюць. Так, вось паспрабуем сабрацца разам. У прынцыпу, людзі ўжо зацікаўленыя ў гэтым. Усе разумеюць гэтую праблему, што разам да справы. Разам усё лягчэй рабіць, каб так ужо сказаць. І ўсе вельмі радасныя такой магчымасці, таму што ведаеце, як заўсёды гэтымі ментальны такі момант, што вось калі прыйдзе чужы дзядзя, ён нам зробіць, і мы тады яго паслухаем. Калі б я, напрыклад, паспрабаваў полоску ўсіх сабраць, гэта добра. Сілка робіць нешта так. А пасля ніхто не прыйдзе, і ўсё. Я буду адзін сядзець, напрыклад, навошта мне. А вось Владзімір Булаўскі выказаў такое жаданне. Чужы дзядзя, адразу... да? Ну, ён нам не чужы, канешне. Так. Я ж спалучаны. Значыць, ён прыехаў і, можа быць, у нас атрымаецца сабрацца, абмеркаваць нашы пытанні, праблемы, ідэі. А ёсць якія-небудзь ужо ідэі зараз, напрыклад, у вас? Глядзі, гэта будзе наступны крок, бо адразу пасля абмеркавання, крытай дыскусіі, мы абвесцім абласны конкурс праектаў, і фінал якога пройдзе 25 красавіка у Полоцку. У фармаце кірмашу праектаў, прэзентацыі і абмеркавання якраз гэтых самых ініцыятываў. Ось. І ў гэтым у нас якраз запланавана зараз па ўсёй Віцебскай вобласці ад Будзьмы Беларусамі шэраг імпрэз. 31 сакавіка мы будзем у Брацлаве, мы паедзем в Докшыцы, у Глубокае, і паўсюдна будзем спрабаваць якбы паказаць тыя магчымасці, каторыя ёсць у моладзі, ці нават не ў моладзі, тут якбы мы не эйджысты, мы не зацыклюемся на канкрэтным. Насельніцтва. Так. І спрабаваць гэта актывізаваць, магчыма, што... выбачаю, што перабіваю, для гарадоў невялікіх, не такіх, ну, напрыклад, у параўнанні з Віцебскам, гэта будзе актуальна, таму што сапраўды там магчыма людзям болей здаецца, што а чым нам займацца, што можна пабачыць, куды можна схадзіць, што можна зрабіць. Я просто распавяду адзін прыклад, калі 2 гады таму мы прыдумалі якраз са Стасем, абмяркоўвалі паездку ў Расоны. У Расонскім раёне знаходзіцца возера Нешчарда, легендарнае месца дзеяння збору легендаў і апавяданняў Яна Баршэўскага «Шляхты завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Все было проста. Паедзем на возера, там распалім вогнішча, там пасідзім, пачытаем Баршэўскага на возеры. Сабралась даволі вялікая кампанія. Ось, па выніку мы паездку адмінілі, таму што на дворы было кепскае. Але ў Расонах ўжо ведалі, што туды нехта збіраецца ехаць. І з гэтага нарадзілась ідэя міфалагічнага фестываля «Шляхты завальня». І ёсць праект, каторы ўжо другі год, правда, ў такім падвіслым стане. Ёсць праект канкрэтнага фестываля, ёсць дамоўленасць з мясцовымі ўладамі, ёсць пляцоўка, ёсць музыкі, каторы хочуць выступаць. Проста трэба чалавек мясцовы, каторы гэтым займецца. Прабачце, а на гэты фестываль хто-небудзь сапраўды з кнігай прыехаў? Ці везлі што-небудзь іншае, што трэба на возеры, каля вогнішча? Мы гэту паездку адмінілі, я паўтаруся, таму што... Не, таму, мне тэлефанавалі, запытвалі, колькі каштуе гэтая паездка, ці будзе турыстычны аўтобус, а мы проста сабрамі вырашылі выехаць на прыроду, што называецца. Пакрасі, ідэя, калі яна ёсць, то знойдуцца людзі, яна якбы, ну, прыцягвае энергетычна людзей і з'яўляюцца тыя, хто зможа дапамагчы яе рэалізаваць. Калі хаця б адзін чалавек гарыць, то астатнія падцягнуцца на гэтыя цяпельцы і будуць раздаваць. Ну і далей ўжо ці згараць, ці ўсё абагрэюцца. Мы пажадалі б, каб не згаралі, а каб наадварот гэта ўсё вырастала ў нейкія сталыя, пастаянныя праекты, фестывалі, свята, якія рабілі жыццё нашага горада цікавым. Вялікі дзякуй за тое, што завіталі да нас, вялікі дзякуй, Стас прыехаў на сёння з Наваполацка. З Полацка, выбачайце. Так з Полацка ці з Наваполацка? Гэта не так важна. Для Полацка. Яшчэ 30 секунд я хацеў бы сказаць, просто про то, што тут лежыць на стале. У нас 31 сакавіка адбудзецца адукацыйны маркет «Добрая нагода», інфармацыю можна знайсці на Вітебск.фм, але 1 красавіка мы будзем выказваць такую шырую гарадскую падзяку для грамадскіх ініцыятываў Віцебска 2016-2017 гадоў. Вось гэта будзе закрытае мерапрыемства, але я цябе запрашаю, вось такое персанальнае запрашэнне, якраз 1 красавіка, абавязкова прыходзьце і пабачыце самыя лепшыя ініцыятывы горада Віцебска. Ну гэта не жарт на 1 гэта не жарт. А я нават не задумаўся, бо мяне таксама запрасілі. Добра, дзякую вялікі. Зараз я прапаную нашым гледачам паглядзець, якія культурныя падзеі чакаюць вас у суботу і ў нядзелю ў нашай рубрыцы «Афіша». Партнёр «Афішы» – кандытарская фабрыка «Відьба».
Эту компанию знает каждый белорус. Более 150 наименований продукции, более 25 лет работы на рынке, более 10 стран, где живут наши потребители, и заслуженная победа в конкурсе «Выбор года 2017» в номинации «Вафельные изделия номер один». «Видьба» сделана с любовью. 24 марта Белорусский театр «Лялька» представит интерактивную сказку «Веселый Дорофей». На опушке леса девочка Аленка пасет своего гусенка, веселого Дорофея. Только пасет не очень внимательно, и удобным моментом пользуется хитрая лисица. А дальше забот хватит всем – и Аленке, и зрителям. Начало спектакля в 11:00. Витебская областная филармония приглашает на мюзикл для детей «Истории кота Филофея». При этом с каждым из нас живут братья наши меньшие, у которых своя богатая на события жизнь. Часто опрометчивые поступки человека приводят к последствиям, о которых он даже не подозревает. Об этом и поведают юным зрителям, собравшиеся в подвале одного дома бездомные коты. Начало в 11:00. Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебской Двина» представляет фотовыставку Валерии Каспировой «Линии жизни. Мать и ребенок. Невидимая связь любви, заботы и нежности». Связь сердец, которая начинается задолго до рождения ребенка. Невидимые нити, связывающие мать и дитя, рисуют причудливый и прекрасный узор на работах автора. Выставка работает с 10:00. Витебский районный историко-краеведческий музей приглашает на выставку репродукции картин Николая Рериха «Из древних чудесных камней сложите ступени грядущего». Картины автора украшают галереи по всему миру. Идеи и учения Рериха вдохновляют художников и зрителей и в наши дни. Выставка работает с 10:00. В театральной гостиной Национального академического драматического театра имени Якуба Колоса пройдет спектакль в жанре психологического триллера «Я свободен» по роману Амелины Томб. К одному из пассажиров в парижском аэропорту подсаживается некто месье Текстор Тексель и начинает неприятный откровенный разговор о своей жизни. Слово за словом герои погружаются на темное дно человеческой сути, открывая двери, которые, возможно, не стоило открывать. Начало спектакля в 18:00. 25 марта Белорусский театр «Лялька» представит интерактивную сказку для детей «Осторожно, Соня». Маленькая Соня остается дома одна и исследует все, что попадается ей на пути. А юным зрителям предстоит обучить Соню правилам безопасного поведения и предостеречь ее от опасностей. Начало спектакля в 11:00. Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебской Двина» приглашает на ежегодную выставку детского творчества «Мартовские коты». На выставке представлено множество работ, выполненных в различных техниках, написанных маслом, акварелью, сделанных из керамики, ткани и кожи, объединенных одной темой – любовью к кошкам и желанием увековечить любимых усатых питомцев. У каждого ребенка получился свой неповторимый и уникальный питомец с особым набором характерных черт, размером и окрасом. Выставка работает с 10:00. Витебский районный историко-краеведческий музей представляет выставку графики Натальи Лавицкой-Ермоловой. Автор приглашает узнать много интересного о легендах и преданиях Беларуси и всего мира, а также посмотреть на их графическое изображение. На выставке представлены картины, повествующие о чудесной зелке, трагической истории плачки, о велешских силачах, обычаи встречи весны в Беларуси и о многом другом. Выставка работает с 10:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет спектакль-рассказ «Однажды глядел на солнце я», посвященный 125-летию со дня рождения Максима Богдановича. Артисты театра приглашают зрителей пройти через разные этапы жизни поэта и взглянуть на мир через призму поэтического дара мастера белорусской лирики. Начало спектакля в 18:00. 26 марта концертный зал «Витебск» приглашает на празднование Дня театра. Актеры Национального академического драматического театра имени Якуба Колоса, Белорусского театра «Лялька» и Народного театра студии современной хореографии Дианы Юрченко представят зрителям чтение сказок Яна Борщевского про чернокнижника и цмока, что вылупился из яйка, изнесенного пеонем, а также вечерние песни Даниила Хармса и премудрого пескаря Михаила Салтыкова-Щедрина. Начало в 19:00. А еще вчера в Витебске произошло интересное культурное событие, которое, возможно, также докажет, что каждый житель Витебска при наличии хорошей идеи может собрать вокруг себя интересных людей и заразить их своей идеей. Вчера прошла презентация новой творческой молодежной площадки F33. Сейчас у нас в гостях организаторы этой площадки Елизавета Грищук и Анна Корягина. Добрый вечер. Добрый вечер. Что такое F33?
F33 – это наше объединение, которое мы сделали с Лизой для того, чтобы дать молодым творческим людям возможность показать себя миру, показать себя обществу. Мы будем предоставлять им площадки, и о целях F33 сейчас расскажет Лиза. Ну, можно выделить три главных цели. Это первое – именно организация творческих людей. Это именно собрать всех в одно время, в одном месте, объединить их. Второе – это практика. Мы сможем предоставить, помочь найти зал для определенного мероприятия, выставки. И третье – то, что самая важная цель, наверное, нашего проекта – это у нас будут проводиться встречи, обсуждения, на которых будут подниматься проблемы современного искусства, отношение к нему общества. Будут приглашаться уже состоявшиеся деятели искусства. Нашего города. Нашего города, конечно. Это местная площадка, да, то есть она рассчитана на Витебск, ну, на Витебскую область, скажем, если что, да, на регион. Скажите, а почему F33? Пожалуйста. Твой вопрос, мы могли и в унисон, ну ладно. Почему F33? Название F33 символично. Оно расшифровывается как Фрунзе 33, то есть это адрес общежития, где начинали творить тогда еще безызвестные художники, собирались в группы по интересам, по направлениям. А сейчас многие из них уже являются состоявшимися художниками, достаточно известными. Угу. То есть, по сути, такая история, интересная история, которая длилась на протяжении нескольких лет, сейчас нашла такое воплощение. Возрождение. Возрождение. Хорошо. Возрождение. А скажите, пожалуйста, почему, вот с какими проблемами сталкиваются молодые творческие люди, и почему вот без вашего посредничества им будет сложно? Основная проблема витебской творческой молодежи, как мы считаем, это ее раздробленность и децентрализованность. То есть, если есть молодые люди, которые творят, они творят по отдельности, не знают о друг друге. А из-за того, что в современном мире наша культура перенасыщена, переполнена, кажется, что уже все песни спеты, все книги написаны, все картины нарисованы, отпадает желание творить, не хватает поддержки, общения с такими же творческими людьми. Поэтому F33 будет решать эту проблему в плане объединения людей по интересам, могут найти общие темы для разговора и поддерживать друг друга в моральном плане. Откуда у вас такие глобальные знания о современном искусстве? Как-то ваша жизнь связана с ним? Вы сами являетесь творческими людьми? Ну, мы сами студенты художественно-графического факультета, и поэтому, можно сказать, мы получаем образование на эту тему. И, например, лично я могу назвать себя художником, у меня было открытие же персональной выставки, и я пытаюсь изучать эту тему. Для меня это действительно очень важно. Я себя в жизни сейчас вижу именно как художника, и через 20 лет, и через 40. И вы как художник понимаете, насколько важно в самом начале пути, чтобы, да, были люди, которые подсказали, помогли и... Да, вы знаете, на самом деле, вот вчера у нас было открытие. У нас есть, кстати, фотографии. Давайте посмотрим, как это проходило, пока нам Лиза это будет рассказывать. И пришло огромное количество людей. И, действительно огромное, полное. Это на Толстого 7 было, да? Да, на Толстого 7. Да, то есть, к сожалению, многим не хватило места в зале и в коридоре. Какой даже интерес к современному искусству. Да. А как, да, же вы так приглашали, что места не хватило? Не рассчитали? Это Витебск, да, или это социальные сети? Социальные сети. Социальные сети. Да, и так что я хотела сказать, и не все ожидали то, что будет такая потрясающая атмосфера, и все действительно были в восторге, и подходили после открытия, говорили: «Боже, это было чудесно, у нас куча идей, мы хотим работать дальше». Угу. А помимо фото с выставки, у нас есть видео, которое нам организаторы принесли с собой на эфир. Это, расскажите, что это, небольшой фрагмент, тизер? Да, это что был это? Тизер проекта, который для нас сделал участник проекта F33 Владимир Тоже Ленков. Тоже молодой, да, творческий человек. Да, у него есть свое объединение «Творческая орбита». Вот. Давайте его посмотрим. Да, давайте посмотрим. Thank you.
Вот такая атмосфера на новой творческой площадке F33. У нас сегодня в гостях организаторы F33. Расскажите, какой у вас план? Требуется вам, я смотрю, найти художников, да, композиторов и так далее. Что вы хотите делать дальше? Вы придумали такой проект, да, вы его презентовали, да, что дальше? Да, у нас есть план, который делится на три части. Первый – это открытие, то есть презентация проекта, это в марте. Второй – это апрель. У нас будут активно проводиться открытые и закрытые встречи. Открытые будут носить развлекательный и познавательный характер, а закрытые – более познавательные, уже обсуждение проблем в узком кругу. И май планируется грандиозное закрытие, на котором действительно мы хотим всех удивить. Подождите, а как это так? Открылись, такой маленький промежуток между открытием и закрытием? А каникулы, что ли? Да, во-первых, из-за того, что у студентов каникулы будут, некогда будет этим заниматься и некому, потому что Витебск — город студентов, по сути, вся молодежь здесь бывает только в учебное время. И мы считаем, что лучше сделать что-то яркое и кратковременное, которое останется в памяти, чем тянуть и обесценивать идеи проекта своим, ну, долгосрочным действием. Я абсолютно согласна с вами. Вот такие мысли у молодых творческих людей города Витебска и такие проекты. Немного времени у нас с вами осталось, чтобы проследить за существованием F33, извините. Желаем вам успехов, пусть действительно это будет ярко и запоминающееся. Вот, яркие и запоминающиеся встречи ждут и жители города Витебска с нашим коллегой Александром Каридманом. Давайте посмотрим, что он сегодня подготовил. Всем привет, ребята! Попади в телек, мы на улице, и сегодня уже потихонечку, наконец-таки, пробивается весна из-под снега, поэтому бояться нечего, весна наступит, лето так точно, поэтому не бойтесь, выдохните и уже потихонечку переходите на более легкие куртки. Ну а сегодня мы решили поговорить с людьми о том, чего они, в принципе, в своей жизни или кого боятся. Поговорим о фобиях, поехали! У вас есть какие-нибудь фобии? Вы боитесь чего-нибудь? Или кого-нибудь? Возможно. Кого или чего? Пауков. Пауков? Просто вот объясните мне, как девушка, вот в чем логика? Что, вот было такое у вас, что вашу подругу, там, не знаю, укусил, изувечил, нет, побил, нет, обманул, развел на деньги паук? Было такое? Нет. Почему вы их боитесь? Просто неприятно. У вас есть фобия? Нет. Пауки? Нет. Вы любите пауков? Люблю. Ели когда-нибудь пауков? Нет. Кормили кого-нибудь пауком? Нет. Вы ничего не боитесь? Стоматологов? Я боюсь стоматологов, вот прям боюсь. Я тоже. Вы чего-нибудь боитесь или кого-нибудь? Боюсь. Кого? Естественно. Или чего? Ну, ничего-то конкретного, в принципе, боюсь. Не знаю чего, что-то происходит. Такое ощущение, что что-то происходит, да, непонятно, и вот-вот. Или нет? Нет, в принципе, живу с оглядкой, хожу опасно, как раньше говорили. Да, боюсь. Кого или чего? Змей. Серьезно? Да. Чего? Вот ты знаешь, бывают фобии возникают в связи с тем, что ты встречался со своим страхом, он на тебя как-то повлиял. Тебя, может, покусала змея, или однажды змея покусала... Моего знакомого. Твоего знакомого? Да. И что, тебе пришлось ему помогать? Не, он просто отдыхал, его укусила змея. Лежал в больнице. Да? Да. То есть ядовитый? Да. А ты был с ним или ты этого не... Нет, нет. И что с ним стало? Он жив? Да, жив. Он отдыхал в Австралии. В Австралии? О, там, наверное, не ужи, совсем не ужи. Ты боишься ужей? Нет. Смог бы взять в руку живого ужа? Реально? Да. Брал в руки? Да. Чего-нибудь боитесь в своей жизни или кого-нибудь? Не знаю, наверное. Что значит «наверное»? Куда вы убегаете? Подождите, стойте. Мы с вами не договорили. Не знаю, наверное. Я вот не знаю. Поймите меня! Вы боитесь чего-нибудь или кого-нибудь, вот честно, вообще, в принципе, в своей жизни? Ну, да. Кого или чего? Я боюсь темноты. Серьезно? Это моя фобия, да. А ты? Пауков. Серьезно? Разбираемся, почему. Они страшные, не клопки эти страшные. Ты боишься, что когда-нибудь паук заберется на тебя и... Если ты слышишь, что кто-то тебе говорит, ну тебе паук, твоя реакция? Я знаю, я, наверное, закричу. И выключишь свет, чтобы она тоже закричала. Наверное, сложно сказать, чего я боюсь, потому что ежедневные страхи меня не пугают. Может, страх смерти только если, но ну, это слишком далеко. Это нормально же, бояться смерти? Я думаю, что да. То есть, как бы, вроде она неминуема, да, но все равно боишься.
Обычно вот когда человек не может что-то избежать, он перестает этого бояться, но вот с этим как-то не ладится. Ну а вот такие женские насекомые, там, темнота, высота, там, пополнеть в будущем. Боитесь пополнеть? Вы хотите пополнить? Зачем? Я хочу пополнеть немного. Вас сносит ветром? Что, в чем проблема? Вы с пятого раза перешли дорогу. Меня сносит ветром, и я похудела после болезни, поэтому я хочу пополнить. Сколько вы весите? 52. 52? Да вы что? Да. Я думал 41. Зачем вам пополнить? Вы боитесь чего-нибудь или кого-нибудь в своей жизни? У вас есть фобия, страх, какой-нибудь такой момент? Нет. Ничего, стоматолог. Стоматолог, я с детства не боялся. Почему? У вас были... Странно, у нас... У вас была стоматолог красивая девушка или у вас в семье все стоматологи? Наоборот. Страшный мужчина. Страшный мужчина? Мужчина была в пожилом возрасте, а этот знакомый моего отца был. Вы чего-нибудь боитесь в своей жизни? Нет. И вообще никого? Нет. Уже все, скажите, совсем разобрался, ничего. Вот кто-то боится стоматологов, кто-то боится, допустим, темноты, высоты, что-нибудь такое у вас. Ничего такого нет. Вы бесстрашный человек? Да, наверное. В чем секрет? Не знаю, характер такой. Нет, вообще ничего такого. Сессии боимся. Кого? Сессии. Сессии? Чего это? Она же, сессия. Не сдали, отчислились, поехали там. В чем? Это смотря кому. Вы не хотите выезжать? Нет. Вы не из Витебска? Нет, из Витебска. Откуда? Из Бреста. Вот кто-то боится пауков, кто-то боится темноты, высоты, стоматолога. Стоматолога, да. Боитесь до сих пор? Боюсь. С чем это? Почему все боятся стоматолога? С детства, наверное. Детская травма. Вы чего-нибудь боитесь в своей жизни? У вас есть какая-нибудь фобия? Нет, я ничего не боюсь. Пауки? Нет. Стоматологи? Нет. Некрасивые парни? Нет. Потолстеть? Боюсь. Не бойтесь, вам не грозит. Я, кстати, боюсь стоматологов. Это вот чистая правда. И почему-то у всех, у кого я не спрошу, я вот немножко этот затрагивал момент, был один и тот же стоматолог. Это какой-то огромный мужчина, огромный просто, который в детстве говорил, да я только ватку положить, а сам вырывал два зуба и здоровый, и больной. Я не знаю, почему у всех был именно он, не знаю. Хотя все росли в разное время. На сегодня все. Постарайтесь побороть свои фобии. Пока. Ось такі фобії у жихарів Вітебська. А, Іван, є у тебе такі речі, яких ти боїшся до смерті? Я не буду огучувати свої фобії, каб хто-небудь не підклав мені павучка маленького. Будь уважливим, Іван. Ну, а ми розвітуємося з вами, жадаємо вам добре провести суботу і неділю, добре відпочити і пам'ятати про те, що наскільки цікавим, насиченим, різностайним буде наше життя, залежить тільки від нас з вами. Наприкінці у нас є ще один музичний номер від Михайла Рубіна. І перший номер і другий – це речі на вірші сучасного белорусского поэта Виктора Жибуля, тому отримливайте асалоду. Побачимся в понеделок, покуль. Лямпа на сонечных батарейках, яна не горыть, ярче за солнце, яна только лямпа, але яна. Лямпа на сонечных батарейках, лямпа на сонечных батарейках. Хто і навошта яе прыдумаў, няма нікому да гэтага справы, яна без сонца нічога не вартая. Лямпа на сонечных батарейках, лямпа на сонечных батарейках. Мы тягнем руки да промняў лямпы, забывши, что недзе вышэй ёсць сонца. Бо замест сонца для нас яна лямпа на сонечных батарейках. А нехто крычыць, что сонца не трэба, что трэба яго стерці з неба. Навошта яно, калі ёсць у нас лямпа на сонечных батарейках, лямпа на сонечных батарейках.
Яна сагравае святлом цяпла, яна асвятляе святлом цяпла, няхай жыве і ратуе нас. Лямпа на сонечных батарейках, лямпа на сонечных батарейках, лямпа на сонечных батарейках. Thank you.